Всем привет, друзья, с вами Маркович, и мы продолжаем свое морское приключение в игре под названием Pirates of the Polygon Sea. Я тут немножечко подфармил деньжат, у нас с нами сейчас 23 тысячи имеется, и нам не хватает чуть-чуть совершенно до 10 тысяч известности, чтобы мы с вами могли приобрести следующее свое звание, звание командора. Вот, но я специально не плавал никуда в новые воды для нас, то есть фармил чисто вот где у нас с вами было открыто. Потом вместе с вами дальше отправимся и будем все это дело разведывать. Но с чего бы я хотел начать? Я бы хотел на самом деле построить еще парочку зданий, на которых нам с вами пока что не хватает в городе. У нас по-прежнему с вами нет производства ткани, да, и у нас с вами есть еще возможность поставить производство рома на нашем острове. В принципе, я считаю, что нам с островом довольно-таки повезло, то есть у нас, в принципе, довольно много здесь ресурсов есть, поэтому здорово. Так, что у нас с вами сейчас имеется? Давайте смотреть. Давайте, наверное, начнем с ткани, да? Посмотрим, специально у нас есть вот Close Market, но нам не хватает людей, опять же, рабочих. Что мы с вами по этому поводу можем сделать? Мы сейчас проверим, все ли у нас с вами дома второго уровня. Так, дом второго уровня. Ну да, у нас все дома второго уровня, поэтому мы с вами должны построить, я думаю, еще один домик, где смогут заселиться людишки. Так, людишки. Ну давайте я вас поселю дальше сюда. Сейчас мне нужно придется здесь скопать камушек тогда, конечно же. И еще и дерево, да, видимо. Но, тем не менее, это все ресурсы, это все хорошо. Плюс еще один домик с вами ставим. Это плюс к известности, кстати говоря, к той самой, которая нам с вами необходима. И сразу, думаю, мы с вами улучшаем до второго уровня этот дом. Да, конечно же, чтобы у нас с вами было больше еще людей. 18 человек нам с вами доступно. Что у нас там по известности получается? 9700 уже, видите, как здорово. Мы с вами строим наш остров, и здесь количество известности, конечно, нашей тоже растет немножко. Очередной пиратский рейд на чей-то остров, но нас это пока особо сильно не интересует, потому что не наш остров и уже хорошо. Ну а мы с вами продолжим сейчас строить. Итак, Close Market меня интересует все-таки, да? Как раз местечко здесь есть для него, давайте поставим. Угу. Теперь у нас с вами есть плюс 2 еще и ткани, это хорошо. И можно, в принципе, я думаю, поставить завод рома, наверное, да, я думаю? Вот. Так, нам не хватает, получается, камня. Но камень мы с вами сейчас без проблем докупим. Благо для этих дел у нас с вами есть сейчас маркет, то есть магазин. Поэтому камень мы с вами покупаем. Я думаю, десяточку закупим сразу, давайте. Оп. Хорошо. Деньги у нас с вами тоже уже неплохие. Плюс 339 идет. Вообще очень даже здорово. Камень есть, и мы с вами можем завод по производству рома поставить. Во, тоже местечко для него для нас с вами найдется. Это будет плюс 2. Почем у нас с вами продается ром-то здесь? Давайте посмотрим. 209, дороже, чем рубины даже. Вот это прям хорошо, вот это прям замечательно. Это мы с вами тоже будем продавать. Так что я думаю, больших проблем с деньгами у нас с вами не должно быть. Окей. Так, мы с вами построили деревяшки у нас, в принципе, есть. Мы, конечно, с вами можем еще предприятие поставить. А нет, не можем, знаете почему? Потому что у нас все, лимит уже по производству. Точнее, по зданиям, построениям всего, сколько у нас с вами может быть на острове единовременно. Но ничего, нам с вами нужно будет перейти просто на следующий этап своего развития, скажем так, да? Нам с вами нужно разблокировать, нам не хватает буквально каких-то 25 очков известности. Ну и, собственно, мы с вами по этому поводу сейчас отправим все путешествие, конечно же. Давайте. Куда-нибудь, может быть, в неизведанные земли. А, кстати, ну мы можем взять задание какое-нибудь. Хотя, ладно, нет, давайте поплывем просто. Просто поплывем. И, должен сказать, здесь пираты довольно часто будут нам с ними попадаться, поэтому за них нам с вами будут давать известность в любом случае, конечно же. Но я имею в виду тех пиратов, которые тоже довольно знаменитые, а не просто обычные плавающие. Вот, но мы с вами что-нибудь по пути найдем, ну и заодно немножко территории подразведаем еще побольше. Благо у нас с вами кораблик уже тоже довольно такой хороший, ну то есть лучше, чем был, по крайней мере, до этого, да? И он позволяет совершать, скажем так, более долгие вылазки, что ли, у нас и трюм больше, у нас и прочность больше, ну и вообще, в целом, конечно же, корабль лучше, чем был до этого. Ну, разве что кроме маневренности, ну это там на десятую часть, ну, точнее даже не десятую часть, а на одну десятую просто. Меньше, по-моему, чем был до этого. Так, ну что ж, здесь мы с вами уже были, здесь у нас островочек какой-то, какого-то торгаша, которого можно что-нибудь покупать. Но меня сейчас интересует, конечно, пират. У нас там есть пиратский остров, с которым я пока не уверен, можно ли вообще разобраться. Но еще часть территории у нас с вами закрыта, возможно, там будет что-то интересненькое для нас с вами. Ну и, конечно же, пока мы с вами в путешествии, у нас денежки также копятся. Так, кажется, мы с вами нашли еще одного торгаша. Давайте посмотрим, что у него здесь за товары, по каким ценам. Ну, понятное дело, что товары одни и те же везде, но я имел в виду, конечно же, цены. Так, что ты нам предлагаешь? Давай посмотрим. Дешевый камень довольно-таки у него, да? Рубины очень дорого у него можно продавать. Жесть. Так, ну, он на самом деле так-то можно где-то доплыть будет, если что. Но нужно запомнить, что у этого товарища очень дорогие рубины. 228 покупает он. Мы уже меньше, у нас уже меньше 200 получается, да? Здесь 228. Хорошо. Если, а ром, подожди, поскольку у тебя? Ром 179. У нас дороже ром пока что. Окей, ладно, хорошо. Все, мы, наверное, двигаемся дальше тогда. Сейчас еще в таверну загляну, конечно. Так, акулы. Потерялся в море.
Так, не хочу, не хочу. Ну ладно, нет, давайте пока просто попутешествуем дальше. А там дальше уже видно будет. Так, кораблекрушение тут видел где-то и было. Во, давайте соберем, там наверняка какие-то ценные ресурсы есть. Дерево, железо, камень, 50 известности и все. Я, честно говоря, ждал рубины. Я надеялся на рубины, но их там, к сожалению, не было. Ничего страшного, мы с вами еще потом вокруг нашего острова поплаваем, там пособираем, конечно же, клады. Я думаю, кладмены постарались, опять уже должны были чем-то там сгрузить нам с вами, да? Так, вот там что-то красненькое есть. Может быть, акула? Не хочу акулу, это акула, бе. Если пират, то хорошо. Так, а это вообще кальмар. Окей. На себе. Ой, хорошо всадил-то как. Ах ты ж гад, заметил нас все-таки. Ладно, ладно, ничего, 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 ничего. Так, тихо, 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 отстань, отстань, не жри меня. Вот говню какой, не жри, говорю, меня. Так. Бам. Тихо, спокойно, не успел. Не успел. Давайте немножко с ним поплаваем здесь, потанцуем, так сказать. Повальсируем вот это вот все. Меня развернуться, вдруг... Тихо, тихо, тихо. Скотина какая, получи в морду. А, получил залп, вот так-то. Да не трогайте меня с этими чертовыми щупальцами. Фу, уходи, отстань от меня. Так, сейчас нужно еще как следует залпануть по нему, так сказать. На тебе, гад. Так, так, он тоже по мне не попал, хорошо. Давайте немножко с ним. С него ничего особо не будет, но я так, я не помню. По-моему, с него дают немножко известности. Хотя, мне кажется, мы уже накопили 10 тысяч, но ладно. Ты, зараза. О, не прошло, не прошло, отлично. Так, давай, иди к нам, иди к нам. Будь у нас суши с кальмаром. Куда ж ты плывешь-то, ядрить, колотить? Ага, хочешь кусочек моей известности откусить, гад? Вот засранка. Или засранец, кто там. Взял, ударил его последний. Ну ладно, ой, тут минус пират, кстати, произошел только что. А это что такое за остров? А, ну это колония чья-то, понял, понял, понял. Там с пиратов что-то выполнил. Клад, 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 тихо, клад, дай ядрись. Кладмен, стой. Тут кладмен для нас оставил специальный подарок. Давай, что там, рубинчики, рубинчики, конечно же рубин, ну естественно. Что еще может быть закопано? Начинает, ну конечно, и сразу молния в нас летела, ну ёлы-палы. Жесть, а я могу здесь починиться? Нет, не могу, да, судя по всему. Во-во-во-во-во, давай-ка так чиниться будем, своими силами-то хотя бы. Во, все, хорошо. Полезно, знаете, с собой до... Здрасте. Ах ты ж говнюк. Ну-ка, подожди меня. Ща-ща-ща-ща-ща-ща. Бам. О. Неплохо, неплохо. Так, сейчас ты будешь получше... Скотина. На тебе, понял? Развались. Плюс сток известности, кстати, получили мы с вами. Там есть что-нибудь тебе интересного? Нет? Ничего нету. Опять горим, да ё-моё. Нам чиниться нечем. И около колонии, к сожалению, тоже нельзя починиться, что самое, пожалуй, обидное. Нам надо найти остров. Если нас сейчас бахнет молния, мне кажется, мы, скорее всего, отъедем с вами. Мне бы этого не хотелось, честно говоря. Признаюсь, да, но... Так, тихо, пустынный остров, чуть не влетели в него. Пустынный остров с камнем. О, кстати, камень. Нам бы пригодился сами камень, но... Но он очень далеко от нас. Хотя... Ну, он реально очень далеко от нас. Мне бы хотелось что-то поближе. Так, мы ищем сейчас остров, где можно починиться, потому что мы что-то вообще прям на тоненького сейчас плаваем с вами так. Вот тут что-то есть. Похоже на торгаша на самом деле. Лучше бы это был бы... Ну да, это скорее всего торгаш. Но держим курс тогда вот сюда с вами, вот к этому ближайшему острову. Там починимся и дальше отправимся в путешествие. 18 тысяч денег у нас с вами есть. Мы с вами можем перейти на следующий ранг, кстати говоря, командор. Давайте так и сделаем. Бам! Да. Хочу. Еее, мы самые первые вошли в это звание. Отлично. Прикольненько. Так. А это значит, что мы с вами доступен третий уровень форт, да, построить. И вообще, мы с вами можем третьего уровня здания, так понимаю, строить. Я, блин, испугался, думал, это пират какой-то смачный плывет. Нет, нормально все. Так, починочка нам нужна, конечно же. Мы потратили почти все деньги на это дело, конечно, с вами. Всю репутацию слили, но... Но оно того стоило. 10 тысяч у нас, да, есть. И нам теперь нужно 25 копить, чтобы перейти на звание адмирала. А потом губернатор еще будет. 100 тысяч и 40 тысяч известности. Ух, хорошо. Так, тир 3 и, собственно, наш размер, я так понимаю, эскадрилья, может быть, 8, ни хрена себе. Жесть. Вот это дела. Вот это дела, однако. Так, я там вижу пираты, кажется, да? Давайте поможем. Я бы хотел, конечно, новый кораблик еще нам прикупить. Ой, там еще кальмар плывет. Кальмара не хочу с ним возиться сейчас. Ты все, что ли, разобрался с ним? Жесть. О, нам дали 100 известности. К-к-к-к. Главное успеть, знаете, ударить вовремя. Так, неплохо, дружище. Давай-ка заберу бочку с него. Нифига он здоровенный какой-то. Или мне показалось, нет, такой же обычный вроде, да? Что-то, или все-таки побольше, чем тот был. Так, давайте поможем немножко. Вот так, чуть-чуть, так сказать, подстрельнем, подмажемся, да? Как обычно. Тихо-тихо-тихо. Не-не-не-не-не. Не трогай меня, не трогай меня, не трогай меня, скотина. Дали 200 известности. Балдеж. Слушайте, мы даже разик стрельнули, но... Нам за помощь, так сказать, отщипнули немножечко, да? Хорошо.
Ну что, я думаю, мы с вами, в принципе, можем, наверное, отправиться сейчас ближе к дому. Я хочу там что-нибудь построить, попробовать. Вот, смотрите, шныряют неписи. Вот, что-нибудь построить там, попробовать, может быть, перейти на следующий уровень как-нибудь. Но, правда, у нас с вами сейчас мало денег. Мало денег, поэтому... Ну, мы поторгуем, у нас там наверняка сейчас еда накопилась. Мы сами там уже и разные материалы производим, поэтому, я думаю, нормально. Вот, и заодно, может быть, если проапгрейдим себе верфь, может быть, посмотрим какие-то новые корабли еще больше, более крутые, короче говоря. Так, там кто-то плывет. Кто плывет? О, здрасте, привет. На тебе. Чё скажешь? Так, гарпунчик на изготов... Блин, вот не очень удобно, когда... Когда в другую сторону плывешь, только наверх удобно ему использовать. Так, тихо-тихо-тихо. Бам, держи. Ну что скажешь? На тебе еще так. Ой, как вплотную хорошо зашло-то. Прям без смазочки. Так, давай еще сейчас. Опа. Так, ну и последний залп, я чувствую, остался. Ты, главное, там не уплывай, ладно, от нас далеко. Ага, да, конечно. Размечтался. На тебе. Все, минус пират. Плюс 200 к известности, естественно. И бочечка с едой. Окей. Так, а вот и наш дом родной. Ну что, кладмены есть? Постарались, нет? Что-то не вижу пока. Но они обычно с той стороны стараются. Давайте посмотрим сейчас. Так сказать, кружок почета сделаем с вами, да? Может быть, что-то есть. Нам, в принципе, чиниться с вами не нужно. Трюмы свободные, так что все хорошо. А вот клад был бы не лишним, на самом деле. Может быть, рубинчики какие-то. Вот если что, вы здесь, да, дорогие рубины, но туда нужно плыть. Далеко и надолго, как говорится, поэтому не знаю, есть ли смысл особо туда плавать. Можно и у нас продать, в принципе, они такие уж дешевые. Не, пока что-то ничего нет, кстати говоря, хотя я не собирал. Хотя я не собирал. Ну ладно. Видимо, пока еще ленится, но попозже, возможно, здесь будет опять клад. Ну, тогда причаливаем. Давайте для начала починимся, я думаю, да? Хоть и немножко, но тем не менее. И перегрузим все в город. Так. Все перегружаем в город, все, что есть у нас. Так, это забирайте, это забирайте, забирайте, забирайте. Во, отлично. У нас с вами очень много еды. Давайте, наверное, еду попродаем по чуть-чуть. 90 оставим себе, ну, почти 100, да, получается. Рубины по 196 тоже можно продать, на самом деле. Денег получим нормально. Итак, 12 тысяч у нас с вами сейчас имеется, хорошо. А есть ли у нас с вами стройматериалы? Есть. Камень, немножко железа есть. Ткань есть. Ткань у нас довольно дешевая, кстати говоря. Еда, ром можно попродавать тоже, кстати говоря. Давайте-ка вот так вот сделаем, пожалуй, да? Так, 18 тысяч у нас на кармашке имеется. Это замечательно. Ну что, смотрим, что нам нужно. Ох, 30 тысяч, нихера себе, чтобы третий уровень сделать. Да, тут уже такие, знаете, ценнички, будьте начем. Получается, и много ресурсов довольно-таки нужно тоже для всего этого добра. Но у нас как раз есть 6 свободных человечков на это дело. Да, не дурно. Опять тут вокруг нашего острова какая-то вакханалия творится. Я пока досмотрю, что да как. У нас постоянно какие-то взрывы, смотрю, кто-то горит, что-то происходит. Жесть. А вот интересно, они прилетают к нам, они торгуют хоть с нами? Ну, типа, знаете, там покупают что-нибудь из города, может. Было бы прикольно, на самом деле. И таким образом бы у нас с вами немножко здесь ценники, может быть, менялись тоже бы, да? Было бы здорово. Ну ладно. Итак, у нас с вами верфь также есть, да? Нам, чтобы ее улучшить, нужно еще 6 человечков. И тогда у нас с вами откроется, видимо, я так понимаю, новый уровень кораблей. Да, третий уровень нам откроется, смотрите-ка. Один кораблик новый какой-то будет, он явно будет лучше. Но не хватает людей. Ну, мы, в принципе, сами можем построить еще, я думаю, домик. Давайте. А, нет, не можем. У нас опять нам нужно форт улучшать. Но тогда копим денежки. Копим денежки, копим все остальное. Чтобы копить денежки, нам, в принципе, что нам можно просто постоять, да, подождать. Да нет, на самом деле, мы, конечно, сейчас отправимся в путешествие. Сами в дальнейшее будем сейчас разведывать, что у нас тут такое, какая-то жесть, смотрите, происходит. Что там такое творится? Я не понимаю. Офигеть. Тут какая-то война. Ёлы-пал, ё-моё. Давайте поможем, что ли, тоже, чё бы нет. Впишемся, так сказать, главное вовремя вписаться, да? Просто будем фигачить туда, тихо, спокойно, ребята, так, спокойно. Там, кажется, моя добыча была где-то, дайте-ка я заберу ее, пожалуйста. Вот она прямо здесь, во-во-во. Ой-ой-ой, ой, еще спасти человека надо, ёлы-палы. Сколько всего и все мне, спасибо, друзья, спасибо. Так, здесь тоже заберем. Эти акулы-волки, они жесть, они жесткие. Они очень таранят сильно, на самом деле. Как-то помню, в такую одну влетел, что у меня чуть весь корпус не развалился сразу же. Причем этого корабля. Я офигел тогда, конечно. Да, акулы, черт. О, ну и, конечно, нас молния зафигачила. Ну, само собой, не. Я, пожалуй, домой. Я домой. Мясо не забрал. Как же акула это мешает здесь, жесть. Она просто гасит все корабли, проходящие мимо. Ой, извиняйте, и сорян, не хотел. Так вышло, я просто был нацелен на акулу, но мы с ней справились, мы с вами молодцы. Я думаю, нам с вами стоит куда-нибудь подать, сейчас туда проплыть, вглубь. Так, тихо, отстань от меня. Отстань, не хочу с тобой сражаться. Музыка сразу эпичная. Не-не-не-не. Не-не-не.
Так, о, что здесь такое происходит? Смотри, там много красного. Поплыли туда, посмотрим. Так, а ну-ка. Мне кажется, мы сейчас нигде с вами не успеем. Опять акулы, да ёлы-палы. Че ж они такие приставучие, эти акулы? Еще акулы, нет. Жесть. Так, чувак, мы сейчас тебя спасем, подожди. Спасли, отлично. На себе, по морде. Сколько их здесь, только гляньте, что происходит. Но меня это особо не интересует, эти акулы. Мне нужны пираты. Давайте, какие-нибудь известные всем пираты, которых мы можем победить. И, собственно, в дальнейшем нам за это дадут, конечно же, известности немножко и немножко деньжат. Это самое главное сейчас для нас с вами. Ну что ж, мы с вами подплываем к неизведанной доселе территории. И сейчас будем разведывать эту часть карты тоже. Ну тут опять какая-то буря дурацкая начинается. Главное сейчас, чтобы в нас молния-то сразу не зарядила. Так, я вижу, что немножко ресурсов давайте соберем. Чуть-чуть дерева нам всегда пригодится, потому что это нам поможет с вами укрепить свой корпус в случае необходимости. Ну, или починиться, да, хотя бы. Так, это чей-то остров, походу, дело, да? Да, это чей-то остров. Понял. Тогда нам, наверное, с вами здесь делать особо нечего. Давайте здесь посмотрим то, что имеется. Надо бы с пиратами разобраться. Ой, здрасте. С каким-нибудь известным, пожалуйста. Человек терпит крушение, нам, конечно же, нужно ему помочь, само собой. Ведь видишь, человек... Ага, понял, не так-то все просто, но тем не менее мы сами сделаем просто вот так вот и все. Пока, акула. И уплывем дальше просто-напросто, вот и все. Так, у нас какой-то здесь тоже островочек есть, давайте посмотрим, что за остров. Возможно, что-то интересное. Ну там торгаш, скорее всего, какой-то, да? Я так понимаю, ну да, торгаш и есть. Давайте глянем, почем у него товары тогда хотя бы. Может быть, что-то интересное для себя найдем по ценникам. Так, что у тебя есть? Да, тоже довольно дорогие рубины, кстати говоря. Не такие дорогие, как у этого чувака, но... В принципе, тоже можно продавать, если что, здесь. Окей, дешевая древесина. Ну, нам это неинтересно. Ром тоже дешевый довольно-таки. Еда дорогая довольно-таки, кстати говоря, тоже. Так, и что-то я хотел еще глянуть. А, ну давайте, короче, в таверну зайдем тогда. Сейчас, во-первых, починимся здесь, раз уж такое дело. Зайдем в таверну и... Так, три звезды. Ага, только насчет... Ну, давайте узнаем, где вот этот вот Мэнслейер есть. Барабас. Окей. 500, да, давайте заплатим. А он не так далеко от нас, кстати говоря. Все, отчаливаем. Отчаливаем и бегом туда. Оплывем вокруг острова и будем разбираться с... Тихо, спокойно. Нифига тут какие, смотрите, эскадрильи плавают, офигеть. Ходят, точнее. Вот, но мы с вами отправляемся вот сюда сейчас, на красную меточку на эту. Там наш пират поджидает нас. Надеюсь, мы с ним разберемся. Не оплошаем, получим свою долю известности и, конечно же, кучку денег, которые нам с вами так сейчас необходимы. Но вот на самом деле, пока мы с вами здесь путешествовали, уже, да, 21 тысяча-то и накопилось, в общем-то. Что не дурно, очень даже, я считаю. Ага, один из неписей стал тоже командором, как и мы с вами, но нас уже, видите, догоняют. Я думаю, что мы с вами, в принципе, должны быть впереди планеты всей. Мы где-то уже близко, на самом деле. Давайте подготовим гарпун на всякий пожарный случай, хотя, опять же, обзор не очень удобный, я бы чуть повыше, наверное, подальше сделал. Так, где-то он здесь. Где-то он здесь. Ух ты ж, ёптать. Бам! Так, мы неплохо начали. Тихо-тихо, спокойно, дружище, спокойно, друг. Не швыряйся. Ах ты ж гад! Он еще может и в бок стрелять, по ходу дела. А мы... Ну как в бок? Относительно в бок, конечно. Так, ты... Ну ладно, будь приманкой тогда, что ли. Ты решил нам помочь немножко? О-о, правильно, давай. Бам! Вплотную зарядили, какая хорошо. Так, ты там только мою славу не отнимай, пожалуйста. Слышишь меня? Дружище. Давай. Тресь! Отлично, последний выстрел за нами, и 300 известности, и 6000 мы с вами получаем. Ну, то есть, получается 5500, потому что мы 500 отняли за информацию. Но мы победили 4-звездочного вашего пирата, нифига себе, представляете? И тут неподалеку какая-то ерунда тоже происходит, что-то там красное есть, давайте сразу глянем туда, что там такое творится. Скорее всего, дурацкий акул... Нет, пираты, привет. Ой, как мы расфига... Он здесь с кальмаром дрался с большим, но мы, говорю, потом просто завершили дело. Так, давайте еду соберем с кальмара тоже. Все, отлично. Неплохо постарались на самом деле. И еще один пират нам попадает. О! Два? Два пирата сразу! Ёптить, это эскадрилья пиратов, черт, мы здесь с вами сейчас сможем, хотя не. Вот это плохо. Вот это плохо. Ну ладно, раз уж ввязались, давайте пробовать что-то с этим делать. Будем их просто отстреливать пытаться. Ё-моё, мы почти сгорели сами. Плохо. Так, я думаю, нам с вами стоит отступить на самом деле. Попали? Попали в одного. Так. Один почти готов, да второй тоже почти долетает уже, на самом деле. Возможно, мы с вами даже справимся, посмотрим. Так, не-не-не-не, только пожалуйста. Блин, попал в нас, это плохо, это очень плохо. Мы с одним разобрались. Нет, живи. Блин, мы просто на последнем издыхании сейчас находимся. Друг, помоги нам. Все.
Фу, так, ну нам с вами сейчас срочно нужно уплывать отсюда. Мы близко, по идее, к острову. Жесть, это было потненько на самом деле. Если бы не их эти огненные шары дурацкие, эти вот, которыми пуляются. Так, ну ладно, я думаю, мы с вами дотянем. Должны дотянуть. У нас еще, главное, нет досок, чтобы починиться хоть чуть-чуть. Но мы почти около уже острова чего-то, поэтому здесь полюбоса есть. Где починиться? Да, все отлично. Фу, было весьма жарко. Так, чинимся. Чинимся, срочно чинимся. Но, опять же, заработали немножко известности и заработали деньжат, само собой. Ну что ж, мы с вами вернулись домой из еще одной экспедиции. И давайте посмотрим, что у нас с вами сейчас здесь имеется. Итак, перегружаем все, естественно, в город сразу же. Все, что надыбали на сей раз. Ну не то, что прям... А, у нас места нет в городе даже. Понял, принял, хорошо. Чем мы можем поторговать? Едой, конечно же, да? Ну давайте. Продадим всю еду. И из города тоже немножко продадим тогда. 39 тысяч у нас с вами есть сейчас. Так, ром меня интересует. Давайте тоже продадим. 44 тысячи, отлично, хорошо. Порох. Дешево довольно-таки, но продам тоже немножко его, вот так вот, пожалуй. 47 тысяч, хорошо, в кармашке имеется. Еще немножко еды давайте. Цена, конечно, падает, но тем не менее. Так, дерево оставим для строительства. Нам с вами пригодятся стройматериалы сейчас 100%. Вот прям 100% вот эти вот все. Давайте купим их тогда. Железо и прочее-прочее. Давайте еще купим так. Ага. Хорошо. Ладно, пока оставим как есть тогда. Давайте еще сгрузим все вот это вот добро сюда. Все, что поместится. Ну, а все, что не поместится, оставим здесь, на корабле тогда. Так, и теперь у нас есть 45 тысяч. Чего нам с вами не хватает? Нам не хватает 4 единицы камня и 5 единиц железа. Сейчас докупим все это дело. И с 30 тысяч нам это обойдется строительство само по себе, да? Хорошо. Так, камень, ну давайте. Камень и железо еще, пожалуйста, закупаем тогда вот так вот. И мы с вами возводим форт 3 уровня. Да, конечно же. Отлично. Плюс 600 к известности получаем. У нас 3 уровень нашего форта. И мы с вами можем строить 24 здания аж в нашем городе. Ну и начнем мы, пожалуй, я думаю, с жилого здания. Хотя у нас с вами 12 человек имеется в запасе, но я думаю, построим еще один домик. Так, построим еще один домик. У нас ресурсы для этого, благо, имеются вот здесь. Давайте. Бах. Ого. А как это? Так получилось, что он как-то в другой вроде бы заехал, нет? Это очень странно, но ладно, допустим. И я думаю, мы сразу проапгрейдим его до 2 уровня. Давайте тогда, да? Как минимум. И теперь у нас в запасе есть 30 человек аж рабочей силы, поэтому мы с вами сейчас можем строить все что угодно. Ну, точнее, когда у нас опять появятся деньги, потому что, я так понимаю, это не такое уж дешевое занятие. Мы с вами можем построить еще одну лесопилку на самом-то деле. Так, ламбермилл, но нам не хватает древесины. Да, вот бы камушек где-то добывать, да, тоже на каком-нибудь острове. Хотя, далеко мы с вами видели свободный остров, вроде как каменный. Но он был очень далеко. Тем не менее, давайте расчистим здесь место для строительства еще одной лесопилки и поставим. У нас там лесопилка какого уровня, кстати говоря, первый уже, да, наверняка? Первого, да, уровня. Так, плюс 3 к ресурсам будет еще получается. Если мы поставим еще одну, будет плюс 2, кстати. То есть выгоднее, в принципе, по ресурсам, если смотреть, то выгоднее апгрейдить ее. Но у нас в любом случае есть еще одно место, и поэтому я хочу его задействовать. Давайте поставим сюда лесопилочку тогда еще одну, вот. И у нас с вами будет уже плюс 4 в дерево. Хорошо, неплохо на самом деле даже. Что ж, и давайте заглянем в нашу таверну, посмотрим, что мы с вами здесь можем раздобыть. Информацию, ну, по какому-то слабенькому пирату. Но, тем не менее, хоть так, да, давайте возьмем. А, и это прямо около нашего острова, то есть мы могли... Ну, кто же знал. Ладно, давайте с ним справимся, конечно же, вот прямо здесь находится сейчас. Там уже какая-то, по-моему, войнушка идет с кем-то, кто-то воюет, может быть, акула, есть какие-нибудь или кальмар, или что-то типа того. А нет, все пират по-прежнему, а где еще пираты? Вот, с этим пиратом мы должны разобраться, вот с этим. С однозвездочным. Так, ты смотри, там с этими огнями осторожнее пуляйся. Чертова акула. Нам сейчас не поджечься бы здесь. Было бы здорово. Так, я развернусь, пожалуй. И вдарим с этого борта, наверное, тогда сейчас где-нибудь там есть. Не-не-не, в смысле пираты, алё, вы где? Только не говорите, что пираты уже... А, нет, вот пираты. Держи тебе, гад. Получай. Ну давай, кто кого? Один на один. Выходи. На тебе еще. Как неплохо мы, слушайте, фигачиваем-то, да? Так, тихо-тихо-тихо. Ай, гарпуном. Гарпуном прям в нас влетело. У нас тоже есть гарпун, смотри. Бам. Плюс из... Ой, еще и рубинчики, хорошо. Так, там вижу чья-то добыча, но значит будет моя. Чья еще, да? Давайте бочку поднимем. Плюс рубины, кстати говоря, неплохо. Неплохо, очень даже неплохо. Ладно, разобрались с пиратом. Давайте, наверное, я думаю, может быть, таким образом сейчас пофармим себе известность. О, кладмен, здрасте. Мы вас искали. Давненько вас не было. Забираем руби. Ого, 9 штук. Отлично. Поехали в таверну тогда, наверное, сейчас, да? Посмотрим, что еще какие там заказики есть. Возьмем их, может быть, что-то пошустрее будет. Так.
Таверна меня интересует. И здесь 300 на 4 звезды. Окей, давай, берем. Ага, он довольно далеко, кстати говоря. Но ничего, сейчас отремонтируем, сейчас давай. И, возможно, я сейчас, знаете, что еще сделаю? Я возьму с собой немножко досок. Я возьму с собой немножко досок, так это все сюда пока выложу. А доски заберу 20 единиц, чтобы, ну, знаете, на починку такую временную, скажем так. Все, отправляемся сюда за пиратом. Проблема, конечно, в том, что там прям рядом пиратский остров, и нам бы не попадать, собственно, в зону поражения орудий с него, но я надеюсь, что мы с ним справимся. Я даже сейчас прям подготовлю гарпун сразу же, чтобы первым делом стрельнуть и желательно попасть в цель, конечно же. Так, я очень надеюсь, что мы успеем, потому что пират довольно действительно далеко от нас находится, и может сейчас просто точка исчезнуть. Но мы вроде как успеваем. 4 звезды, напоминаю. 4, блин, звезды, представляете? Это жесть. Ты серьезно? На таком маленьком корабле? 4 звезды? Что? Какого черта? Почему 4 звезды такой маленький корабль? Я думал, сейчас там какой-нибудь огроменный фрегат, не знаю. Чем-нибудь такое будет. А тут какая-то малявка. Жесть. Ну, нам повезло, на самом деле. Опа, мимо. Так, а ну-ка, уходи отсюда. Это моя добыча, понял? Я за нее деньги платил. За информацию. Все хотят отщипнуть кусочек моей славы. Какого черта? Ой, хорошо, что я его затормозил, молодец. Так, уходи, моя добыча. Моя добыча, на тебе. Все, разобрались. Слушайте, мы заплатили, получается, за это 300, да? Ну ладно, ну хоть так. Так, я вижу там еще что происходит, давайте посмотрим, что, надеюсь, не акулы. Пускай это будет пират какой-нибудь. Нет, это чертовы акулы, тогда я отсюда уплываю. Кому нужно с ними, блин, разбираться вообще с этими акулами? Ну их нафиг, пускай себе плавают. Так, а вот здесь еще один пиратик за 500 есть, на другом острове я нашел, и даже два, да, есть? Информация о двух пиратов. Ну давайте без разницы кого, давайте Викторию вот выберем. Виктория Блейк, сталкер, 5000, награда, сложность 3 звезды. Давайте, берем, окей. Где ты будешь? Да капец, почему другой конец карты-то? Зачем, зачем, за что ты так игра со мной поступаешь? Серьезно, другой конец карты. Ладно, ничего, нормально, сейчас доплывем и разберемся с этим гнусным пиратом. Покажем ему его место. Ну что же, мы почти сами на месте. Давайте посмотрим, что такая за Виктория, что же это за пират. Подготовим гарпун. Правда, опять же, видите, не очень удобное поле обзора в эту сторону всегда. Как-то его очень мало получается. Так, ой, там еще пират, кажется, нас догоняет. Ой, хорошо, 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 хорошо. Успели выстрелить и гарпуном. Блин, там еще... Скотина. Сейчас ты получишь тоже, на тебе. Нет, не буду тебя тратить. Да хорош. Слушайте, 2 на 1. Это нечестно. Ты тоже получи, гад. С двух сторон сразу, так, залпы. На тебе еще. Тихо-тихо-тихо, не надо меня больше стрелять. Ты тоже хочешь отхватить? Сейчас, подождите, вы все меня отхватите. Так, ну сейчас пока расклад не в нашу пользу, мне кажется. Хотя мы, в общем-то, с ними справляемся на самом деле. Или нет? Неплохо, неплохо, еще немножко. Давайте развернемся другим боком. Как говорится, подставим другую щеку, да? Ах ты ж говнюк. Так, 80 от нашего корпуса. Критическое попадание по нам было. Это плохо, это плохо. Так, мне кажется, мы сейчас можем окочуриться. А где наши доски? Почему? А, мы не можем, что в бою починиться. Слушайте, 50 осталось. Не уверен, что это хорошая идея, на самом деле. Мне кажется, нужно скрыться. Потому что вот внезапно... О! А мы не... Мы можем причалить. Так, репэр. Давайте, давайте, чинимся, чинимся. Немножко починимся хотя бы, давайте. Вот она здесь. Я вижу. Некогда ждать, уплываем, все, уплываем. Блин, мы не успели, походу, дела, да, там уже с ней разобрался кто-то другой. Какой отстой, какой отстой. И мы сами не получили свою законную награду, за которую мы сами платили денежки, между прочим. Но вот так тоже случается, ничего не поделаешь. О, рубины зато нам дали, ну ладно, хоть рубины тоже хорошо. Так-то тут, а, вот, ну да, видите, без нас разбомбили, потому что мы уплыли. И если бы мы, возможно, ее видели хотя бы, ну ладно. О, здрасте, смотрите, это наш бонус приплыл, здрасте. Тоже известный пират, ну такой как бы себе, но хоть сколько-то мы с вами сейчас получим награды, я уверен, поэтому давайте разберемся с ним хотя бы. Ах ты ж говнюк с этим своими шарами. Ну ладно, ничего-ничего, мы как бы тоже нормально, прочные довольно ребята. Так, там еще акула, ну конечно же на меня сагрится, ну конечно же, на кого, если не на меня, да? Так, где пират? Подождите, не бейте без меня его. Я должен заарканить его. Ты чтоб тебя! Развернул меня, видели, гад какой? Где ты права получал? Где ты права, блин, получал? Наваждение шлюпки своей. Бам! Ха! Победа за нами. Ну, хотя 1500 уже неплохо.
Так, Рома, и там человек терпит крушение. Давайте им поможем, конечно же. Здрасте, привет. Окей, ладно, хорошо. Где еще пираты? Дайте мне пиратов, дайте мне этих чертовых пиратов, я с ними разберусь со всеми. Вот тебе не буду помогать, ты меня тогда бортанул, не буду тебе помогать, понял? Сам разбирайся с твоей акулой дурацкой. Так, друзья, ну что ж, я думаю, самое время вернуться домой и на сегодня закончить наше с вами приключение. Поэтому продолжим в следующий раз. Всем спасибо за просмотр, не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики, ну а мы с вами увидимся. Всем до скорого и пока-пока.